Основное занятие Оксаны Коклонской – организация арт-проекта. Работа стеклодуо – это скорее для души, говорит девушка. Первый раз украшение из стекла она увидела на ярмарке хендмейда в Харькове 6 лет назад. Вспоминает, ее привлекла необычность материала и не испугала сложность выполнения. Но эти сложности ее не остановили. Она решила попробовать создать такие украшения сама. Благородство материала, которое есть в стекле, какое-то совмещение почти всех стихий, потому что там это песок. Основной материал для стекла – это пламя, это кислород, воздух участвует, и вода иногда участвует, по сути, и человек, как пятый элемент. Оксана выбрала для себя технику лэмпворк. Это когда изделия делают с помощью горелки. Этот метод позволяет изготовить миниатюрные изделия. Училась я 4 часа. Мне показали технику безопасности, мне показали принцип работы со стеклом, я почувствовала стекло, все делается на чувствах, ты должен чувствовать хорошо материал. Чтобы бусинка получилась гладкая, она делается на мандрельках, на таких вот, да, специальных спицах. И чтобы она получилась идеально гладкая, нужно чувствовать, как она в огне стекло плавится и течет, и нужно крутить мандрель так, чтобы стекло равномерно растекалось и создавалась идеально гладкая форма. После того, как мастерица заканчивает свою работу, украшение еще не готово. Его закаливают в специальные печи 5-8 часов. Мастерица говорит, что никогда не расстанется со своими первыми изделиями. Они напоминают ей о начале пути в этом редком ремесле. А вот новые работы девушка дарит близким, какие-то продает и, конечно же, носит сама. Екатерина Ильина, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».